Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования мурманчанам в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. Накануне при посадке загорелся самолет «Москва-Мурманск» авиакомпании «Аэрофлот». Данные о количестве погибших уточняются. Сообщается, что в борт, возможно, ударила молния. Артисты северной сцены отметили юбилей своего театра. В честь 25-летия они порадовали зрителей серией полюбившихся спектаклей, а также рассказали новоуренгойским театралам о тонкостях актерского ремесла. Новоуренгойский «Факел» одержал вторую победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Домашнюю игру северяне закончили со счетом 3-1 в свою пользу. Последний раз на пьедестал почета национального первенства наша команда поднималась 10 лет назад.